Мини-рынок в районе площади Дружбы. В торговых рядах садоводы и фермеры продают первую зелень, огурцы и картошку. В Перми частники имеют право продавать продукцию своих садов и огородов на 40 рынках. Двух универсальных – Центральном колхозном и Орджоникидзевском, и 38 мини-рынках во всех районах города. Согласно федеральному закону, 5% от общего количества мест предоставляется таким садоводам-любителям на безвозмездной основе. Кроме этого, у нас есть краткосрочные, то есть от 2 дней – это ярмарки выходного дня, и до 5 дней – это универсальные ярмарки, где тоже правила распространяются и на эти ярмарки, там тоже могут продаваться бесплатно вот эти вот излишки. Чтобы получить свои 5% бесплатных мест, садоводы и огородники должны обратиться к администрации и управляющим рынков или в администрации своих районов, поясняют в Управлении по развитию потребительского рынка. Если продают в местах неустановленных, то у нас есть кодекс об административных правонарушениях. И торговля в неустановленных местах налагается штраф. Если человек торгует условно на остановке, кто убирает остановку? Когда ее убирают? А на рынке проводится ежедневно. Системный контроль и надзор за состоянием всей продукции и оборудования – условия работы стационарных рынков. Здесь есть специальные требования к оборудованию, в том числе ежедневная уборка мусора, заборы проф, смывы с прилавков.